В Бендерах продолжаются тренировки на драконах. Министерство и ведомство готовятся к президентскому турниру. Регата пройдет в конце августа. Будет большой спортивный праздник. Ну а пока команды отрабатывают навыки. Бендеры – грибная база. На воду выходит команда таможенного комитета. Это их четвертая тренировка. Обычно играют в футбол, волейбол, баскетбол. Соревнования по гребле впервые. Все новое, оно вызывает интерес. Состав команды ограничен, тем больше конкуренция непосредственно среди потенциальных участников. По сути, это такой некий тимбилдинг. Многие фирмы и компании платят за такой вид отдыха. А нам, спасибо президенту, предоставил такой вид, скажем так, времяпровождения. В каждой лодке типа дракон по 10 человек. Чтобы грести быстро, нужно это делать синхронно. Здесь работают, мне кажется, все группы мышц, особенно спина. Удовлетворение от проделанной работы, от того, как приятно болят мышцы. Прекрасное настроение на уровне, на высоком. Все хорошо. Мы считаемся за грибной парой, мы задаем темп этой лодки. То есть от нас будет зависеть скорость прохождения дистанции. А это тренируется команда прокуратуры. У них своя категория в регате. Будут бороться с другими силовыми ведомствами. Наша команда отрабатывает слаженность работы веслом, как бы от чего зависит многое. И слаженность растет. Свои шансы мы не будем оценивать заранее, но я думаю, что время и соревнования покажут, насколько мы хорошо подготовились к данным соревнованиям. Всего в турнире примут участие около 30 команд. Это почти 400 человек. Регата пройдет в конце августа. Будет праздник с парадом, музыкой и полевой кухней.